Привет! Сегодня решил по-быстренькому сделать быстренько закусочку. Свеклу с орехами, с чесночком, с майонезиком. Свекла у меня уже вареная. Я ее сейчас быстро натру, быстро заправлю. Порежу мелко орехи. У меня орехи сегодня миндаль, не грецкий орех. Чеснок, соль и майонезик. Все очень просто, феноменально просто. Ну вот, 2 минуты и блюдо готово. Это у нас вареная свекла с чесноком, под майонезом, с миндальным орехом. Сверху присыпано кунжутом, черным и белым, и с сыром. Это супер. Приятного аппетита. По традиции с вас лайк.